Всем здравствуйте. Показывал я вам молоденькую яблоньку. Повредили как вредители, так и птички. Именно дятел. Видите, что натворили. Небольших размеров. Попробуем срезать ножом. Какая глубина. Сильный там нету. Срезать поврежденные и обработать содовым варом. Вот, кому интересно. Читайте и применяйте. Вот, собственно, и все. Сейчас мы будем обрабатывать. Покажу как. Вот мы заталкиваем поглубже. Вот таким вот способом. Конечный результат покажу. Также мы обрабатываем все деревья другие, где мы производили спилы, срезаем вот этим садовым варом. В данном случае это липа.